Всем доброе утро. Всем привет. Знаете, куда мы сейчас собираемся? У нас Максим, в общем, в школе учится. Я до сих пор не могу поверить в то, что он уже у нас в школу уходит. Первый день сегодня у него учебный. 3 урока по 30 минут, которые уже скоро закончатся, поэтому мы сейчас поедем его забирать. Узнаем, как его первые впечатления о школе. Учитель ему понравился. Он говорит, хоть бы этот учитель у нас был на все время, короче, учебы, пока он будет в школе учиться. Но только 4 года всего лишь. А потом будет много учителей. Ну да. Да, будем сейчас одеваться, потому что не хочется опоздать, надо его вовремя забрать. Смотрите, как мы одеты. Я в теплой куртке, а Коля в кофте. Ну, кстати, не холодно на улице. Да, конечно, на улице нормально. Света просто оделась, очень сильно тепло. Да мне почему-то вообще кажется, что все, уже зима пришла. Ну да, уже вот туман какой-то, ну, с утра появляется какая-то изморозь, или как она там правильно. Уже все. Все, да. Я с утра, кстати, ничего не снимала, как мы там в школу собирались, там, это самое, Максимкины ощущения, потому что что-то как-то это... Мы встали рано, Макс покушал, умылся, оделся, и все, мы поехали, времени вообще что-то как-то это... Не было даже поснимать, а утром у нас еще дождь сильный пошел. Мы с Максом быстрее-быстрее бежали в школу. А еще у нас с утра был здесь такой коллапс, что просто вообще жесть. Теперь он здесь будет каждый день, такой коллапс. Да, вот я вот всегда думал, в России-то земли-то мало. Надо же строить дом на доме, чтобы, ну как можно меньше, да, места занять, а то на всех земли не хватит, наверное. Да? Я просто не понимаю, в чем фишка вообще, в чем прикол вот так вот строить. Да, тут еще дело в том, что у нас, если бы хотя бы здесь были бы школа и садик, такого коллапса бы, я думаю, не было. Уезжали бы только те, кому на работу надо. А так, получается, здесь очень много детей, и всех везут по школам, по садикам. Ну, как бы... ну вот, а вот смотрите, просто вот раньше, да, вот когда, ну, там, советское, да, время, вот едешь, да, где дома вот эти пятиэтажки старые стоят, да, там, хрущевки или как они называются, ну, не суть. Стоит обычно, а там 4 дома, да, вот так вот, хоп, школа, 4 дома, хоп, школа, 4 дома, хоп, школа, да, то есть, и, ну, школы, садик, школа, да, на каждый район. А сейчас же как делают, то есть, ну, эти вот дяденьки, когда узнаешь, там, вот, там, в лицее, вот он стоит, там, выступает, или чинуша какой-нибудь выступает, там, стоит такой важный, ему все там, ваше высочество чуть ли не говорят, да, вот все присмыкаются, вот. А вот я такой думаю, а ему же вообще вот так на вас класть просто жестко, потому что, ну, вот, строят, допустим, район, да, вот у нас, да, огромный район, школа где, то есть они, забыли, наверное, ошиблись или как там, то есть, естественно, ну, то есть они такие... Ну, деньги же всем нужны, правильно? Школа не приносит деньги, и поэтому они такие, да пускай ходят, куда хотят, там, что хотят, какая разница. Вот мы в садик весь отъездили, в школу теперь ездим. То есть, поэтому я, ну, просто я понимаю, что вот эти все высокопоставленные люди, да, им так вообще на нас все равно. А у нас, кстати, вчера сверкало-сверкало, дал дождь. И насверкало. Да-да-да, и, короче, и... Дождь шел, не знаю, долго, да, шел дождь? До полночи, наверное. Да, очень долго, да. Вот, и сейчас вообще весь город просто плывет, с утра все поехали. А еще, ну, с непривычки, как бы сегодня 2 сентября, как бы еще не успели никто привыкнуть. Все, с утра вот этот коллапс произошел просто из-за дождя, во-первых, ну, то, что все плавает. А во-вторых, то, что, ну, этот... Я сбился. Всем надо с утра. Всем надо с утра там на работу, кому-то на учебу. Ну, много же еще приехало людей, как бы там, ну, с ближайших тут мест. И как бы это самое. Ну и все, и все разом куда-то поехали. И мы, ну, офигели, короче. Нет, мы уехали, кстати, нормально вообще. Ну, то есть мы выехали пораньше, 20 где-то минут выехали, 8-го. А когда вот обратно уже ехали, часов 8, все, уже все стояло. То есть, если мы будем позже выходить, я думаю, может, даже будем опаздывать. Ну да. Поэтому вот в это время надо примерно... А тут лимонадик где-то был? Макс допил его.
вчера. Жалко. Ребенок пришел из школы. Максим, тебе понравилось в школе? Ну давай, расскажи. Всем интересно. Ну расскажи. Нет. Нет? А мне сказал, что да. Почему нет? Не вводи в заблуждение наших зрителей. Я спать. Ты устал, что ли? Они, кстати, пока с бейджиками ходят. Первое время, пока учитель их не выучит. Всех. Я знаешь, Максим, что думаю? Нужно разбирать твои вот эти вот ящики, освобождать место под учебники. Им сегодня выдали учебники сейчас. Давай, показывай. Сейчас покажу. Давай. Так, для начала. Иди сюда, в комнату, Максим. Смотрите, как он прыгает для начала. Просто... Ничего себе. Первое. Яблочко. У них, кстати, завтрак после первого урока кормят бесплатно. Нет, два урока. После двух? Да. А. После второго, получается, урока. Ну, давай, немножко показывай. Книжечек. А это что такое? Читай. Я так. Заявление. А, это... По продленке надо будет заполнить заявление. Нет, Максим, аккуратно. С учебниками надо нормально. Первый учебничек. Сколько там страниц? Кстати, математика. Максим, ну ты давай как-то поаккуратнее. Ты что-то так это... 64. Где-то здесь 90. Максим, вот посмотри сюда. 96. Сюда посмотри, как ты обращаешься с учебниками. Мам. Это такая же книжка в точь. 96 просто. Математика, смотрите. Тут получается. Привет. Это все только математика. Одна. Здесь три части. Все, Макс уже устал учиться. Я в школу не пойду, нафиг дай. Азбука. Короче, надо будет обложки на все это одеть. Здесь вот стереть, написать Максимкину имя, фамилия, карандашиком. Хорошо, мы обложки купили. И мы, кстати, еще эти взяли. Вот такие вот закладочки удобные. Что-то у нас тут все в куче лежит. По перспективе Максим у нас будет заниматься. А математика у них немножко такая углубленная. То есть мы, когда в первый класс в другой зачислялись, там была одна рабочая тетрадь, а здесь три. А это что? Это где твои рабочие тетради. Это дома были, это я, когда собрание было, выдали. Почему мне три тетрадки дали? Это что? Закладки. Вот, смотри. Ничего себе, закладочки. Она вот так вот приклеивается. Смотри, какая закладка просто длинная. Ну, вот сюда вот на обложку приклеивается. И очень удобно пользоваться. А как ей пользоваться? Одной рукой не совсем удобно. Ну, короче, вот. Допустим, какую-то страничку вам говорят открыть. Ну, то, что ты уже прошел, просто вот так вот, оп, закладочку. И все, и удобно потом открывать. Все, Макс будет переодеваться, я буду одевать обложки. Уроки не задали. Никакие. Что за медведь пришел из школы? В общем, обернула все тетради и учебники в обложки. Было у нас их всего 10 штук, но как раз на все хватило. Но учебники нам не все выдали. Сказали, что там еще много учебников будут выдавать. Короче, нужны еще обложки. Надо будет докупить.
И закладки тоже не везде я вставила. 6 штук всего у нас было, надо будет тоже докупить. А я сейчас пойду схожу в магазин. Надо купить спагетти. Максим захотел на гарнир спагетти. И тефтельки будут у нас. Вот, такой будет обед. Пойду схожу. Макс там в телефон играет уже. Хорошо, сейчас уроки не задают. Не знаю, что одеть. Одену куртку теплую. То там может быть дождь идет, она просто у меня не промокает. Персик. Персик у нас наелся, да, но не выспался. Спит. Целыми днями спит и ест. Брюшко наедает. Уже такое пузико у него прям. В общем, ладно, пошла я в магазин. Буду готовить обед. И буду разбирать Максимкины вот эти ящики, которые просто битком набиты всякой ерундой. А у нас, как обычно, дождь идет. Хорошо, что я эту куртку одела. И как-то и не холодно вроде бы, но дождик как-то неприятненько. Иду я в фасоль. Надеюсь, там есть спагетти. Но мы там разные макароны покупали. Спагетти тоже, думаю, что есть. Вот у Макса есть какие-то триоли, типа спагетти, но что-то немножечко другое. А вот шебекинские есть. Наверное, их и возьму. 98 рублей стоит. И еще вот такая вот фирма есть. Тоже спагетти 88. В общем, тут такое дело. Я села монтировать это видео, а там оказалось, что я вообще как-то непонятно его остановила на какой-то такой ноте в магазине просто. Ты что, музыкант, что ли? Коля тут сидит, завтракает. У нас уже вообще другой день. Но я думаю, надо записать концовочку. Я ем, сижу. Это никто не понял. Надо же показаться, правильно? А что-то я хотела сказать, все забыла, ты меня сбил. А, в общем, у меня тогда потом, получается, я приготовила обед. Почему-то я ничего не сняла, не знаю почему. Потом замоталась. Я работала вечером, в общем, мы спать легли. Ну, как бы так вот день прошел у нас. Замотались и забыли. Поэтому я сейчас заканчиваю это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!